Если жить страхом, тогда, наверное, нужно вообще не жить. Страна ведет самостоятельную политику, она борется с террором, она старается жить, не оглядываясь на какие-то внешние центры. За это, конечно, нужно платить, в том числе определенными тревогами. Но если мы будем из-за страха подчиняться тем, кто хотел бы нас поработить, террористам или внешним центрам, тогда мы потеряем себя. Нам будет гораздо хуже, если мы станем нацией рабом, чем если мы будем, конечно, переживать определенные вызовы и уметь на них отвечать с достоинством, бесстрашно, спокойно. Поэтому свобода, независимость, самостоятельность, отечество – это гораздо более важная вещь, чем какие-то угрозы. Поэтому бояться ничего не надо. Что бы с нами ни сделали, какие бы вызовы ни стояли перед нами, мы всегда победим. И вот с этой мыслью о нашей победе нужно относиться к любым запугивающим нас силам.